полностью. Это хорошо. Не, вот я руками, руками. А здесь как играть? Ногами, ногами, с ног, с ног. Еще раз оборот. Ногами, ногами. Пока не накрывает. Смотрел. Да, все. Там,
еще. Здорово. Блять, то, что ты поверил в эту херню, это, конечно, очень смешно. А что насчет? Это дичь, это невозможно было, что меня забрали мусора. Хотя, а как? Ну, тебя же забрали. В смысле, забрали? Ты ебанутый, что ли? А что это? Попущенцев просто по разам на словах просто уничтожили. Так, прием, что... Че пришел? С работы еду. С тюрьмы? Че, не заебался снимать? Нет. Да два матча кайфов. По 25 тем более. Вышку разбирать западло, да? Да не, ее быстро разбирать. В три хода отнести и нор. Что? В три хода отнести ходки и нор. Учитывая того, как ты ноешь и просишь других тебе помочь, то это вообще один ход. Че, посмотри с него? Стал выглядеть более сексуально. Че, блядь, ты какой-то? Че? Че ты за солянку не играешь? Нападающий нужен. Баранного типа? Это смешно, баранного типа. Баранно-таранного. Вообще, чувак, ты видишь, ты появился слишком поздно. Проверяй, потому что это все шутки. Я уже шучу, не надо как. Можешь повторить? Можем повторить. Сегодня скинуть могу. А мне просто, блядь, на завтра уже на работу. Я думаю, что-то тебя не узнал, ты в штанах. Пошел там. Короче, Джордж тоже. Маркин Игнатьев, Игнатьев, пан!
Правая ножка. Я сделал. Сигнал играет. Где у меня достаточно? Thank you.
и играет. Справа смотрит, справа! Своей! Второго мяча больше нет. А что с ним? Просто стоит. Бери его, мозолит. На что он так? Назад, один кто-нибудь. Как обычно в 7.30. Справа, справа. Там по народу вообще нет. штрафного или издалека. Блин, издалека видел, чуть-чуть попал, чуть-чуть, ну, как бы маленько. На самом деле меня неприятно, понял? Там был такой момент, я вот этот мяч подбираю, и меня, когда я только его подобрал, я не помню, я не знаю точнее, кто там сзади был, он так чуть-чуть, знаешь, легонько, так тык. Я видел. Да, а мне прям кольнуло. То есть это не было больно, мне кольнуло. Нет, я видел. Ты продолжил, да. Да, так я добил. Все нарушение, да. Не, ну гол Рабоны красивее, конечно. Ну Рабоны тогда он хорошо там. По сигналу. А где Арсен был? Они, ну, короче, они сказали сразу, там Паша, Арсен, что они, ну Паша Петров, что они, короче, не готовы, ну, типа, заранее сильно говорить, и они будут в день матча отписываться. И, короче, ну, сегодня не получили. Ну, может, будет подлежит. Не, ну мне тут уже кажется понятно, кто чемпион. Кто из Италии? Профар? Ну фиг знает. Они тут... Ну ты же видел, как они играли с пяткой дьявола? Это типа был... Не, я именно неправильно сказал, не про чемпионов, а топ-3. Вот топ-3 понятно, мне кажется. Ну фард, детали и пятка. А скип что, нет? Один, Сань, один, крючок, один! Я думаю, скид можно, пятки вообще спокойно. Один, крючок! Они, кстати, они очень сыграны. Это то, что сейчас они сюда пришли первый раз, это было вообще такое, знаю, так они... Они же проиграли, да?
кого? А, ну блин. Оу! Давай с ним. А кто? Как фамилия? Я готов карточку получил. 21. Гол тура. Подождем. Давай надавим, давим, 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 чуть-чуть давим. Лево, лево. Вот тут. Неудобно вообще, Макс. Че, команда больше не набирается? Давайте против, напротив вратаря прям встать. А, да, давайте оттуда вторую. Давайте против. Да, да, вот так, так. Бегай! О! Хорошо.
Я уже здесь. Сворачивай, красавчик.
Давай. Парни, можно ваши фамилии? Фамилии, пожалуйста, скажите, ребят. Иванов Маша, да, стоять, понимаешь, там 32. У меня двое. Достань. Играй! Не болей! Вот чего? У него травма. Он сказал мне. Играешь, играй! Браво! Один, Саша, один, аккуратно, один! Играешь! Можешь?
Рука. Yeah.
спокойнее. Да,
Уходи! Там нас! Стой, пусть уходит! Скажи ему, пусть останется, блядь! Куда ты, что Армен? Что ты делаешь, Армен? Блядь, скажи ему, что он вышел! Бро, выходи! И там, короче, как храм пол, так и да. Выйди, блядь! Ногами! Ногами! Ногами поставь! Блядь! Румын красная карточка. Бросай! Право! Там, короче, пол. Право. Ударил, Краш, ударил. Пойдет. Да, хорош. Дальний угловой. Да, ребята, ребята. Назначай. Кто нет, папа. Забрали! Папа, Thank you.